Поделиться частью культуры и традиций. Крупнейший выставочный центр столицы России ВДНХ предложил нашей республике провести в следующем году так называемый месяц Чувашии в Москве. И не исключена вероятность, что эта же площадка станет местом проведения традиционного национального праздника Акатуй, сообщил полпред Чувашии при президенте России Алексей Ладыков на встрече с руководителем региона Олегом Николаевым. Кроме этого, в рамках соглашения с правительством столицы страны в подмосковном парке «Патриот» планируется создать выставку «Сурский рубеж», а также запустить тематический вагон метро, посвященный подвигу тружеников тыла. Также на встрече обсудили реализацию в республике федеральных программ. Так, полпредство координирует несколько проектов, объем привлеченных средств по которым должен превысить 6 миллиардов рублей. Например, в рамках «Школа-2025» в нашей республике должны появиться 3 новых образовательных учреждения. Сейчас специалисты заканчивают разработку финансовой модели. В следующем месяце планируется подписание концессионного соглашения.